За мной! Дигл топ! Не покупай дигл, купи нормальные скины на голду, которую ты выиграл! Давай тогда куплю вот этот за 3200! Ты тупоголовый кучерявый идиот! Всем салам, ребят, с вами как всегда Нави Тренер. Ребятки, сегодня у нас новый ролик по стендов. Как вы заметили, я начал чаще для вас делать ролики. Недавно был немного перерывчик, потому что, как говорится, я немного обленился. Вы, ребятки, чтобы я не ленился, пожалуйста, ставьте почаще мне лайки и подписывайтесь на канал, пожалуйста. И ведь у нас скоро 1 000 000 подписчиков. Ну и сегодня у нас, ребятки, рубрика «Покупаю все скины, которые упадут с симулятора». Давно ее не было. Может быть, кто-то из вас ее ждал. Я честно не знаю, как эта рубрика вам нравится или нет, но судя по просмотрам на канале рубрики симулятором кейсов, она вам нравилась, поэтому я решил сегодня ее снять. Но у нас будет сегодня рубрика с особыми условиями. Сегодня я повыбиваю скинов дорогих, недорогих, и нашему гостю, который я буду покупать скины, которые упадут в симулятор кейсов, в конце кое-что предложу интересное. В общем-то, всем приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте ради вот этого хоббита, ну, йодика, лайк и подпишитесь, пожалуйста, на канал. Иначе он будет вот такой злой и придет к вам во сне. Все, погнали к ролику. Приятного аппетита. Оу, кучерявый Нефар! Привет сегодня! Ну, здорово, дубасик, диглотус! Сегодня у нас покупаю все... Рот закрыл свой. Сегодня я покупаю все скины, которые мне упадут с симулятора кейсов на твой аккаунт. Но! У меня... Даже диглы? Но что? Крови дигла! И у меня к тебе будет предложение. Я сразу все скины не буду покупать. Разберемся, короче, понял? Окей, хорошо. Так, хорошо. Погнали, рынок, магазин, куда, что, стой. Какие кейсы будем стой. Брать с тобой? Поставь рынок по цене 100, я сейчас хочу кое-что чекнуть. Так, знаешь, какую коллекцию найти? Dragon ага. Rise, Dragon Rise коллекция, найди мне эту коллекцию. Я Dragon хочу сразу Rise купить... Коллекция. Да, я да, хочу да. сразу купить 5 кейсиков из этой коллекции. Вот эти? Не буду... Да. Не буду говорить, почему мне этот кейс нравится. А купил вот 5 штучек. Ну, купил, сейчас я тебе скажу. Сейчас скажу. Так, дальше. Так, ну давай еще купим один Хэллоуин стикер пак. Или боишься? А, какой Хэллоуин? Ты че, пожалей мой кошелек. Давай купим. Ладно, покупаем Хэллоуин стикер пак. Так, ладно. Давай купим еще Ориджин кейсы, 4 штуки. Ладно, Даня, кучерявый, как у тебя дела вообще? Да все норм, вот недавно научился играть с дигла. Рот закрой! Накачал руки, теперь рот я закрой. Просто начал с дигла. А давай самый дорогой Ориджин возьмем, который тут есть, в симуляторе. О, а из Ориджин кейса падают диглы? Ты тупоголовый, не шути про дигл! Ты что? Все, больше шуток про дигл. Слышь, ты кучерявый, сейчас за волосы твои тебя возьму и просто, вот смотри, я тебе вот так вот за волосы возьму. Вот так вот за волосы. Вот видишь? А что ты мне делаешь? Как у тебя? Смотри, как у тебя по бокам волосы торчат. Вот так же тебя за волосы возьму, понял? И пошел. Вот так же с тобой будет. Поэтому про дигл не сути. Ладно, стой. Ты купил только 2 Origin кейса, ты боишься? 2 хватит, нормально. Так, с чего начинаем? Dragon Rise? Ладно, да, открой Dragon Rise. Открываю. И пробусти! Ты не пропустил, а, пропустить надо было. Какой пропустить дигл? Я только для дигла Якута купил, чтобы дигл Якута убить. А чё в нём диглы? Там в нём диглы. Ты чё, баран? Ты его ещё пропустил, Насик. Осуждаю, я не пропустил, это случайно вышло. Я не хотел этого делать, подписчики. Ну открой, там уже буст есть на дигл, так что он, возможно, сейчас выпадет. Ты идиот. Ай, М60 меха нет. Все, спасибо. Ладно, давай еще Dragon Rise. Блин. Там еще 2. Я хотел Хэллоуин стикер пак. Ой, как же с Dragon Rise говно падает. Так, Хэллоуин стикер пак. Вот когда Дигл Якудза выпадет, ты по-другому загоришь. Ладно, давай буст. Пага, стой. Знаешь, на кого зайди? Зайди на второй стикер. Да, это, вот это ты. Вот это ты, это ты. Это ты, кучерявый. Открываю. Чекать. Давай. Ну, кстати, Хэллоуин стикер пак, он очень... Блин, такой говно. О, плюс косарик, такой бы я уже даже забрал. Ну, давай ладно. Теперь Ориджин. Ой, я случайно буст на М9 сделал. Тут отсюда, кстати, тоже может выпасть дигл еще и... Да заткнись ты со своим диглом и поняли, что может выпасть дигл. Хватит потакать про дигл. Дигл говно для тупоголовых. Ладно, мага. Мага, почему ты, ну, не любишь дигл? Что да за, потому что я 1000 раз объяснял, потому что дигл, во-первых, для тупоголовых. Во-вторых... Ты когда покупаешь дигл,
он стоит 700 голды. Тебе вот на пистолетке ты его взял? Мага. Ой, что ты крипан? Ты на пистолетке взял дигл? Взял дигл на пистолетке, да? У тебя 700 голды ушло. И на следующий раунд, если вы проиграете пистолетку... 700 голды чисто. Какой шутник! У тебя на следующем раунде не будет денег на армор. А ты мог взять P350, хаешку, флешку. Либо если ЗКТ, юсп, армор, сапера. Либо же флешку и армор. И кстати, у тебя шансы на выживание намного сапёра. Выше. Хорошо, Мага, давай договоримся. Вот, давай, если наберется под роликом, ну, 20 тысяч лайков, мы с тобой сыграем дуэль на диглах. Слабо. Не наберется, не наберется 20 тысяч лайков. Нет, наберется. Нет, если за день наберется, давай, если за день наберется 20 тысяч лайков, тогда сыграем. Ребята, я думаю, нужно поставить лайк ради дуэльки на диглах. Осуждаю, не надо ставить лайк. Единственное, я когда я не хочу, чтобы ставили лайк. Так, у нас кейсы закончились, из дорогого нам только М16 Триумфант и стикер Дракула упал. Чё дальше? Давай еще раз купим, ну, Хэллоуин стикер паки. Давай, штуки две. Давай две штуки, окей. Блин, две штуки, это уже точно минус 2000 голды. Кстати, тут есть еще. А там если эпик еще выпадет, то там 1005 голды. Ой-ой-ой, это уже минус 4 минимум. Так, чё еще можно взять? Two years. Ой-ой-ой, не-не-не, давай не это. Хотя давай. Давай. Две штуки. Мне не жалко. Так, Хэллоуин Чарм Пак. О, давай его тоже. Давай вот. Раз, два. Там есть такой чармик, который на тебя похож как раз. Называется Brainless. Ход Винтерпакти. Переводится типа безмозговый. Закрой рот свой. Brainless. Ты безмозговый лох. Кстати, ты видел, сколько новый калаш вот этот стоит? А, его тут нету. Ты видел, сколько новый калаш из Ход Винтерпакти статрековский стоит? Я обованную его купил за 13 тысяч, он уже стоит 17. Купи мне тоже, пожалуйста. Блин, New Year 2020 кейс будем покупать? А, давай, да. Покупаем. О, Мага, готовь раскошеливаться. Кошелечек свой. Заготавливай уже его сюда. Я тебе сейчас заготовлю. Так, ну тут дигла нет, говно кейс. Да ты чё? Заткнись, нормальный кейс. Кейс, где нет дигла, это нормально. Слышь, ты кучерявый, ты что-то оборзел, слышь? Я тебе сейчас за твою балаклаву, за твою бандану возьму, которую ты у бустера украл. Свяжу тебе его вокруг головы, чтобы у тебя кровь остановил. Да. Понимаешь, ну ты же просто не вывезешь последствий. Ну в интернете ты интернет-герой, я понимаю это. У меня как бы дигл есть. Блин, вот это взять? Ой, осуждаю. Да. Берем. Что ты готов сделать, чтобы я взял? Я готов не давать тебе люлей, когда тебя ладно, выбери число. Одно или... Один или два? Один. Сири, скажи рандомное число от 1 до 2. Ответ один. Она пошутила. Берем. Бери. Ладно, хорошо. Ну, я честный человек, и она выиграла, поэтому я беру. Сик. Все, последних кейсов, смотри, сколько я набрал. Прикинь, если в обычном стендофе купить, это уже 20-30 тысяч голды было бы. Слушай, знаешь, с какого кейса? Давай начнем, давай с Assistance. Потому что там выпадает дигл Морган. Сейчас просто три дигла Морган. Один только открываю. Пожалуйста, дигл Морган. Да, конечно же! Говно Морган первый же упадет! Нет, я иду Невьер открывать, Невьер. Тут нет дигла, слава богу. То есть ты мне сейчас уже даришь дигл Морган. Это отлично. Только не P350 Blizzard, спасибо. Блин, что-то симулятор кейса слабо сыпет. Давно, кстати, симулятора кейса на канале не было. Херон без Фрузен! Чисто заныл! Слышишь? Nice. Я давно симулятор кейсов не снимал. Хэллоуин стикер паки впереди. О, еще и диглы. Кстати, выпадут. Какие диглы? Я тебе за твои кучеряшки возьму, свяжу и тебя на канат повешу. Рот свой закрой! Кучерявый лох! Дигл говно! Повторяй за мной. Дигл топ. Говно, дигл! Ладно, давай вот если сейчас выпадет из кейса скин дешевле 100 голды, то ну, дигл говно. Окей, давай. Я тебе уже керамбить должен. Но мы все эти скины копим, я пока их не покупаю. Дигл топ. Рот закрыл. Он стоит 100... Он больше 100 голды. А, ну да. Но дигл говно все равно. Смотри. Ладно. Даня. Давай Даня, откроем один. Заткнись, не разговаривай. Заткнись. Ой, извиняюсь, у меня вторая личность. Ребят, давно не было симулятора кейсов. Я не знаю, нравится ли вам симулятор кейсов или нет. Если нравится, обязательно напишите об этом в комментариях. Прожмите лайк. И, кстати, прожмите подписочку если на канал. Если нравится, напишите, что дигл топ. Ставьте лайк, если дигл топ. Шутник, да? Я сказал. И подпишитесь, ребятки, на канал, потому что нас скоро с вами уже миллион, представляете, миллион подписчиков за полтора года на канале. И можете на Капитонова...
подписаться. Но мне надо первее, чем у Капитона миллион добить. Так, погнали, Хелмин Чарм Пак. Пожалуйста. Ну и мне тоже. Ха-ха, о, это кто? Это кто? Это кто из-под стола там говорит? О, это джентльмен! Это я. Это джентльмен! Это я, мне тоже нужен миллион подписчиков, ребят. Кстати, забыл уже, что с нами Артём сидит. А в М-спорт в 2 прилети, пожалуйста. Дигл, Дигл. Не, Мага, честно, я скоро себе, короче, картину с Диглом куплю и над компьютером повешу, чтобы просыпаться и видеть, что, ну, нужно мотивироваться играть с Дигла. Я тебе эту картину об голову разобью, пока ты спать. А, может, я тебе ее подарю потом? Когда мы увидимся, я ее тебе привезу. Вот это я хорошо придумал. А вы видите, спор чуть не выпал. Фу, пока ты про свой Дигл там говорил. Слышишь, а можешь напечатать большую картину, где, ну, типа, я тебя жестко в попку вытопаю? А можно там, где я буду тебе Дигл в попку вот так? Мы с тобой скоро встретимся. Ладно. Мы с тобой скоро наверное, встретимся. Наверное, шутки про Диглы уже не такие смешные. Мы с тобой скоро встретимся. Ты так посмеешься. Вот он, ты, девочка, ты, вот этот вот твой скин упал говном. В честь такого стикер-пак откроем? Кстати, этот кейс такой разорительный. Блин, юспик-эпик, блин. Юсп, он 100 голды минимум. Он 300 голды стоит. 300 стоит. Какой вот этот стикер-пак? Погнали. Ребят, да, я открываю стикер-пак, прожмите лайк, только не Gold School, пожалуйста. Кстати, ты заметил стикер-пак, когда открываешь, что в обычном стендофе, что в симуляторе аркана вообще не пролетает? Блин, вот бы аркана выпала, что ты такой, блин, зачем я это сказал? Лучше бы я умолчал. А она не пролетает! Обе зубы раш выпал. Сюда лучше. Кстати, два раша выпало, это уже получается по 1000 голды. 1500, нет, 1500, он 700 стоит, он 700 стоит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, пролетел, спасибо, в эту ЕС. Чё за фигня? Всё, погнали, ЕС 2020! Так, в смысле, тебе нож уже выпал? Нет, только не статрек, только не статрек. Фух, спасибо. 2000 голды, это считай нож. Так, Хелвин Чарм. Слушай, Мага, нифига, я уже тут налутал голдишки на самом деле. Он вот это 1005 где-то налутал точно. Метеор, Чарм Метеор, говно. И вот тебе вот этот метеор бы чисто в голову зарядил. Я бы тебе этот метеор в очко просто запихал бы просто поглубже, как анальный шарик. Все, последний ассистент кейс. Если сейчас Дигл выпадет, то ты нубасик. Что мы победили? Мага, сливай мне все эти скинчики тогда в честь такого. Нет, погоди. Я могу тебе их слить. Но тут у нас где-то 6000 с копейками голды. 6 с лишним. Ну да, это мало. Это хватает только на половину Дигла и Куда статрек. Это мало, да. Ты что, тупой баран, что ли? А что ты мне хочешь предложить? Слышь, ты кучерявый барашек. Ты забыл, как ты пался среди овец? И жрал Несквик с пола! И бараньи какашки! И рофлишь? Я, ну, всех этих овец натравил, и они теперь с Диглами играют. Заткнись. Ой, чё я сказал? Я оскорбил людей, которые с Диглами... Не, ребят, я не хотел этого делать. Да, сначала. Да, а можешь открыть рот? Давай. Поймал маслину. Смотри, Дань. Либо все эти скины, который я тебе выбил. Либо мы с тобой идем на наш любимый прекрасный сайт GG и выбиваем тебе, ну, наверное, еще больше голды. И 100% выводим тебе голду, а не скины. Тут точно GG-шку. На GG-шку идем? Да, надеюсь, мне хватит на Дигл и Куда статрек после ролика. 100% на GG-шку. Да, погнали! Мы оттуда выведем хотя бы, ну, 1005 голды. Но это решит рандом. Братанчик, ты еще не слышал про матрешку? Тогда залетай ко мне, это самая чумовая игра про Россию с крутыми тачками и девочками. Здесь нет никаких ограничений, никто не говорит, что тебе делать. Стань тем, кем ты всегда мечтал. Наказывай преступников или возглавь свою собственную банду. Регай свой аккаунт с помощью ВКонтакте или Гугла. Залетай на любой из множества серверов, пока игра качается, ты как раз досмотришь мой видос. А я уже буду ждать тебя на 7-м сервере. Также не забудь ввести мой промокод по ссылочке в закрепленном комментарии, за который ты получишь Mercedes AMG. Матрешка уже ждет. Мы перемещаемся на GG Stand Up! Кстати, ребятки, ссылочка на него в закрепленном комментарии. И у нас на балансе 1350 голды. Также, ребятки, по промокоду Червячок. Типа, ну, Капитонов дрыщ. Вы получаете 35% бонус к пополнению. Смотри, запускаем запускаем барабан бонусов сразу же. Кстати, а на GG-шке есть кейс, в котором только диглы? Ты надоел!
Я тебя больше не позову в ролик, если ты будешь шутить про Дигл. По промокоду червячок бесплатный балабан бонусов, я тебя не слушаю. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, Дигл. О! Жесткий случайный Дигл. АВМ спорт. Посередине. Окей, правый край. О, найс! Хорошо, что я тебя не послушал, лох. С правого края она была. Он стоит 2000, найс. Кстати, у нас же... Посередине был Дигл. Ты понимаешь, мы только зашли на джишку, мы гребаного барабана бонусов халявного выбили две мотивы. Стой, зайди на Гринча, У меня есть одно, у меня парочку слов туда-сюда, надо Гринчу сказать. Заходим на Гринча, давай. Гринч, пожалуйста, если ты существуешь, если ты нормальный чел, ровный пацан, дай мне Дигл сейчас из... Рот свой захлопнет! Какой Дигл? Идиот, Гринч, не давай ему Дигл. Гринч, Дигл, говно. Если сейчас Гринч даст Дигл, это будет просто легенда. Я на ноже нажал. Украсть, я украл ложу Гринча! Гринч, ну хотя ладно, по сути косарь рублей Гринч выдал, ладно, но не буду 2700, его за это мнить. Спасибо Гринчу. 2700 у нас уже. И открываем самый лучший кейс на GG. Кстати, Майга, ты видишь третий предмет среди рарок, который находится в твоем кейсе? Ничего не вижу. И ты такое допустил в твоем кейсике? Фабэмбум, ничего не вижу. Сотрек? Нет, обычный. Стой, давай, знаешь, какой кейс откроем? Есть. Стой. Ты пока подумай, я анонимус открою, давай. Да я уже придумал. Да продавай это все, это дешманский. Стой, так. Только стой, пролистай чуть ниже. У тебя есть ниже. Тактика для джи-стендов? Да, конечно, ниже. А где мои аниме-кейсы? А, они их украли уже обнова, да. Скоро обнова на джи-джишке. И тут будет, если не ошибаюсь, киберпанк-кейсы скоро. Ладно, тогда давай откроем мой второй любимый кейс. Это кейс мажора. Ну вон, кейс мажор. Все, кейс мажора, погнали, 5 штук. Ты все собрал, мы сейчас не окупимся. Вообще Диглы выпал. Ну хотя если Диглы выпал, то это было бы классно. Я тебе сейчас дам классно, это говно вообще. ЧЕГО? Второй АВМ спорт с кейса бомжа! Мы просто с кейса гребаного бомжа выбили АВМ спорт! Мать его! А сколько, стой, а сколько у нас уже денег на балансе? Че, у нас где-то 4700 и на балике косарь. Ребят, залетите на джиджишку! Откройте кейс бомжа. Давай кейс бомжа. Давай пять. Один мало. Ну сколько хватит, вот по максимуму. А в МГ, так. Мы в плюсе. Что джиджишка так сыпет? О, 500! Ты хочешь дорогой? Мне столько мало на неделю дает, чтобы я в школе кушал. Мне мама 500 рублей дает. Типа каждый день, чтобы я покупал себе булочку с чаем. Расскажешь. Так, что открываем? Так, ну кей, ну давай докрутим, не знаю, вон. Там есть кейс Дигл, называется кейс за 34 рубля. Кейс Desert Eagle. Давай его. Пошел нахер. Слабо нахер кейс. Пошел нахер. Я вообще в ролике буду только этот кейс крутить. Мне пофиг. Пошел нафиг. Ох, кстати, тут есть пон, не пон. Ты пон или не пон? Выбирай, какой твой. Смотри, если с твоего, который ты выберешь, говно падает, то ты лох. И ты говоришь, что Дигл говно. Давай, какой? Окей, я выбираю 5 понов. 5 понов, погнали. Блин, надо было... Я пон, я все понимаю. Я же пон. Ой, перчи почти выпали, прикинь. Так, блин, ну пока что мой кейс окупает. Спорт В2, М9. Так, найс, у меня 101, топчик шмот выпал. 101 рубль. Так, теперь открываем мой Ниппон. Если мне выпадает лучше, то ты говоришь, что Дигл говно. Дигл топ. Ты сам только что доказал уже, в какой раз за ролик. Дигл говно. Еще хоть и даже Дигл выпал. Дигл говно. Давай, давай в контракт. У нас еще на балансе осталось. Так, у нас есть еще 700 рублей. Давай 3 тайных. Быстро прям. Быстро прям. Ты легендарно открыл. Так, смотри, еще 250 рублей. Что еще откроем? Я предлагаю спросить у Джента, он Катюша. Точно шарит. О, Джент, Джент, кого хочешь, чтобы мы открыли? Я думаю, кейс скилла. О, это самый лучший кейс в мире. Погнали, 5 штук скилла. Ты рофлишь? Ты все? Я ожидал всего, но не этого. Все, вы друзья со скиллом? Мы в минусе. Зачем мы открыли скилла? Нет. Это шутка. А, это шутка была. Давай ужасная история. Все, ужасающая история. Джентльмен выбрал последний кейс на наши деньги на джиджишке. И Dual Dagger, стойте, пожалуйста. М40, но он должен много стоить, да? Рублей 100. 60 рублей. А, фигня, что ты выбил, мага? Какие кейсы ты открываешь? Ладно, погнали в контракт. Зато у нас 2 АВМ спорт. Все, это все в контракт, совый. Так, мы выбили 6 косарей. А ты не боишься рискнуть? Я. Может, выведем? Ребят, залетите на джиджишку.
по ссылочке закреплен. Блин, может это все продадим и откроем дорогие кейсы? Не, создавай контракт! Создаю контракт. Ребят, залетайте на GG-шку по ссылочке! АВЭВИТЕРСПОРТ! Сюда, луч, мать его. И апгрейдим его, да? Мага, а слабо апгрейдить до Дигла? Конечно, слабо, конечно. Могу апгрейднуть до F9 Bayonets, короче. Давай. Давай. Или, давай, P350 Radiation, Glock Frozen. Давай Glock Frozen, блин, ну и рискованно, капец. Нажимаю апгрейд. Пожалуйста, GG. Давай. Я вскрыл, чтобы не было видно. Апгрейд у нас удача. Мага, если сейчас не выпадет, то ты мне все равно Дигл даришь. Залетаем. Кому-то Дигл выпал. Ладно, ну уже, наверное, хватит шутить на Дигл. Да, залетаем все на GG-шку. Открываем мой самый любимый кейс Нави тренера. И нажимаем получить скин. Даня, статрек Glock Starfall, много запросов, посмотри. А, UMP геометрик. 5600. Все, давай, UMP геометрик. Юмпик, за сколько выставить? UMP геометрик. 13374.24. Окей, так, создать. Все, я его выставил. Короче, нажали вывод, ожидание передачи предмета. Ждем вывода от нашего любимого, самого прекрасного. GG стендоффа, ребятки. Я уже представляю, что я буду закупать на эту галдишечку. Но ты не пожалел то, что ты выбрал прокачку? Конечно! Я потому что сейчас тебе такой скинчик один. Потому что это GG-шка, и все на GG-шке окупаются. Ждем вывода. О, мага, найсик мне вывела GG-шечка. Вот это я правильно понимаю, самый лучший сайт по стендоффу? Смотри, кстати, мне Артем подарил такой замечательный дигл якудза. И теперь у меня два дигла якудза. Это говно! Я кое-что придумал! Смотри, давай вот я сейчас открою вот этот вот, смотри, вот этот вот стикер-пак. Ага. И если мне из него выпадет какое-то говно, я просто всю голду потрачу на диглы. Например, говно типа рарка, если выпадет? Да, или там эпик. Ага. Кстати, вот это на тебя похож. Подожди, похож? Смотри. По-моему, вообще один в один, только зубов побольше. Все, покупаю, готов? Подожди, а что ты, типа, делаешь, если падает, ну, говно? Я покупаю диглы на всю голду. Диглы. Что? Вообще выпал, получил! Ну я бы тогда диглы не покупал. Так, сука. А, фигня, продаем. Продаем и покупаем диглы, якудзы. Какие нахер диглы, идиотина? Не покупай диглы. Так, давай вот с такими наклейками, наверное, возьмем, что думаешь? Ты что, идиот, не покупай. Не покупай дигл, купи нормальные скины на голду, которую ты выиграл. Так, ну сколько, так, ну давай тогда куплю вот этот за 3200. Ты придурок, не покупай! Зачем? Дешевый самый. Давай вот этот еще куплю. Зачем ты диглов взял? А, ребят, я не знаю, зачем мне столько диглов. Я думал, ты нормальный скин возьмешь. Я тупо голубый, кучерявый идиот. Ребята, 20 тысяч лайков, мы сыграем с тимкой на диглах, а все помню. Мы не сыграем! Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки! Не ставьте! Подпишитесь на канал, вместо того, чтобы поставить лайк, посмотрите предыдущее видео, всем спасибо! И... Ребят, если мы... Блин, я даже не знаю, что с этим диглами буду делать, мага, но... В очко себе их засунь! Коллекция диглов! Ребят, добейте лямчик, пожалуйста, нам в честь такого. Да, добейте лямчик, и всем пока! Диглов! Крутых скинов! На дигл!